Всем еще раз привет! Добро пожаловать во вторую часть этого видео. В этой части я буду рассказывать вам о пустых баночках, о тех средствах, которые у меня закончились по уходу за моим лицом. Конечно, если тема этого видео для вас интересна, то продолжайте его смотреть. Итак, первое средство, которое я хотела бы сегодня вам показать, это вот такое вот средство от Kiehl's. Это Ultra Facial Oil Free Toner для нормальной и жирной типа кожи. 250 мл, такая вот синяя баночка. Очень мне понравился этот продукт. Я начала свое знакомство с Kiehl's с вот этого средства и средства для глаз, крема для авокадо, и оба средства мне безумно нравятся. Вот этот тоник, в чем его особенность? Он прекрасно очищает кожу, то есть его прекрасно использовать как второй такой шаг для очищения вашей кожи после умывания. Он прекрасно именно удаляет все вот эти вот недостатки, загрязнения, которые, остатки точнее от макияжа и загрязнения, которые у вас остались после умывания. Он прекрасно кожу тонизирует. Он регулирует каким-то образом вот этот вот кожно-жировой баланс, который... скажем, именно требуется, да, который требует регуляции именно летом, потому что все наши поры, даже какая бы, мне кажется, даже самая сухая кожа, все равно, особенно в Т-зоне, все равно выделяет излишки кожного сала, потому что жара на улице, солнце, да, вот это активное, поэтому такие продукты просто необходимы, на мой взгляд, летом, потому что они действительно дают очень глубокое и очень хорошее очищение нашим порам. Поэтому я его приобрела специально для лета. Я могу сказать, что я на 100% его куплю еще. Он мне очень сильно понравился. У него нет никакой ярко выраженной одушки. Он практически ничем не пахнет. Но то состояние, которое он... в котором она оставляет кожу после себя, это просто ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот для лета это самое-самое, на мой взгляд, оптимальное средство. Для меня это самый оптимальный тоник на лето. Лучше я пока не могу сказать, что пробовала, по крайней мере, для своей кожи. Его можно немного сравнить с тоником Clarins с ирисом, который тоже очень хорошо очищает поры. Но для меня вот это средство, я даже не могу описать почему, но для меня оно... выигрывает именно в сравнении с Clarins тоником с ирисом. Он не раздражает кожу, он ее не сушит абсолютно. То есть вот у меня кожа на данный момент скорее нормальная, комбинированная, вот такая вот. То есть она абсолютно точно не жирная, да, скорее, наверное, нормальная. Но это зона, да, которая требует какого-то дополнительного матирования в течение дня. Вот этот тоник для меня подошел на 100%. Девчонки, попробуйте тестер. Если вот, например, вы ищете похожие средства, как искала я на лето, который будет как тонизировать утром, так и завершать процесс очищения, вот это средство, оно одно из тех, которое удовлетворяет вот тем как раз требованиям. Поэтому очень-очень всем его рекомендую. Закончилась моя любимая термальная вода от Uriage. Очень люблю эту термальную воду. Моя любимая термальная вода, именно термальная вода, то есть я очень люблю воду от Кадали виноградную, я не отношу ее к термальным водам, а именно термальная вода, это моя любимая. Почему? Потому что только вода, у воды Uriage pH более близкий к естественному pH кожи, ее не нужно промакивать, ее не нужно вытирать салфеткой, вы распылили ее на лицо, и у вас сразу комфортное ощущение на лице. Она немного солоноватая, при этом, при всем, она не... вообще ни грамма не сушит кожу, то есть если вы ее не промакиваете, она просто впитывается и прекрасно увлажняет кожу, прекрасно ее освежает. Мне очень она нравится, уже стоит вторая бутылочка такая, всем обязательно ее рекомендую попробовать, если вы до сих пор ее не пробовали. Прекрасный у нее дозатор, мелко-мелко дисперсный, к окончанию продукта никогда этот дозатор не портится, чем грешат термальные воды от Avène, например, да, которых полбутылки использовал, вроде бы все нормально, а потом дозатор начинает струю просто выплевывать тебе эту термальную воду. Здесь такого нет. Очень хорошее средство, всем-всем могу его рекомендовать. Следующее, что закончилось, это вот такая маска от The Body Shop. Это Blue Corn Deep Cleansing Mask 3 in 1. Это маска с голубой кукурузой, глубоко очищающая маска. Она
представляет из себя вот такой вот продукт. Это белая такая глиняная масса и внутри с достаточно активными скрабирующими частицами. Эту маску можно использовать как маску, как скраб одновременно. То есть вы ее наносите на лицо, держите 15 минут, и после этого такими скрабирующими движениями смываете ее с вашей кожи. Что могу сказать? Маска заявлена как маска для нормальной жирной кожи. Она действительно скорее подойдет для жирной кожи. Жирная кожа ее оценит на 100%. Я ее оцениваю именно летом. Для меня это именно летний продукт, потому что для моей кожи это слишком такое жесткое средство на зиму и на другие времена года. А летом это просто потрясающее средство. Девочки, как оно очищает кожу, так не очищает кожу ни одна маска, мне кажется. Она вот реально впитывает в себя вот эти все кожные выделения, сало вот это вот, я не знаю, грязь какая-то, да, которая есть на лице. Она все это дело вот так вот, как пылесос впитывает, и потом все это смывается вместе с ней. И кожа после нее матовая, гладкая, ровная, поры сглаженные, и этот эффект сохраняется, наверное, на 3-4 дня после использования этого продукта. Единственное, что она такая термоядерная, что вот здесь вот у меня, где чувствительные зоны, слегка она пощипывает в самом начале. То есть она после нанесения начинает затвердевать. Я не жду полного высыхания, где-то 10-15 минут, она не полностью высыхает, я начинаю ее смывать. В начале минут 5, наверное, она все-таки вот такое вот покалывающее действие оказывает. Но, девочки, после того, когда вы ее смоете, это просто потрясающе, то, что она делает с вашей кожей. Это 100% для, средство для жирной кожи, вы ее оцените на 150%, на мой взгляд. Нормальная кожа, девочки, летом раз в 2 недели, раз в неделю, смотря по состоянию, да, вашей кожи, я могу сказать, что вы тоже можете ее использовать, и это одна из именно таких глубоко очищающих маск, которые действительно работают и действительно делают все то, что они заявили на своей упаковке, поэтому рекомендую попробовать. Дальше две маски от Sephora, одна с розой, вторая с зеленым чаем. Очень люблю эти маски, уже говорила, что очень сильно они мне нравятся. Они плотные, у них достаточно много эссенции в своем составе содержит. Очень мне нравится, какое после них лицо. Оно такое какое-то освеженное, приятное, гладкое. Ну, тканевые маски – это must-have, мне кажется, в любой просто косметичке любой девочки. Закончилась паста зубная от Desert Essence. Очень приятная ментоловая паста, хорошая просто органическая паста, никакими чудодейственными способами отбеливания она не занимается, не является как таковой отбеливающей пастой, просто хорошая увлажняющая паста, хотела сказать, просто хорошая паста для зубов органическая а-ля. Закончилось вот такое вот средство от Nuxe, это Rive de Mel Face Cleaning Makeup Removing Gel. Это средство для умывания и для удаления макияжа. Я макияж пробовала удалять этим средством. Мне не понравилось, как оно удаляет. Умываться, да, использовала его как средство для умывания. В составе содержит мед и подсолнечник. Очень сильно средство пахнет медом. Перед тем, как покупать, девочки, обязательно понюхайте это средство. Как и все средства от Nuxe, имеет очень ярко выраженный, очень навязчивый запах. Вначале меня он отталкивал, скажу сразу. Вначале мне казалось, что он слишком приторный, слишком навязчивый, и я задыхалась, когда умывалась этим продуктом. А потом я привыкла и как-то уже более-менее с ним сдружилась. Умывает хорошо, кожу не стягивает, после него очень комфортное ощущение на коже остается. Он идет для сухой кожи, но для сухой кожи, я думаю, что его будет все-таки недостаточно. А для нормальной кожи, да, он хорошо подходит, хорошо умывает, но средство, как средство для снятия макияжа, все-таки не полноценное, на мой взгляд. И вот с запахом, мне кажется, что Nuxe все-таки стоит как-то пересмотреть свою концепцию, потому что запахи, ну, очень сильно навязчивые. На мой взгляд, это перебор. Дальше. Закончилась вот такая вот маска для лица. Это The Body Shop Warming Mineral Mask. Это маска с минералами, разогревающая для всех типов кожи. Как она работает? Она представляет из себя такую достаточно жидкую субстанцию с какими-то маслянистыми вкраплениями. А как вы ее наносите? На слегка влажное лицо наносите эту маску, и она начинает давать такой разогревающий эффект. Она действительно нереально сильно греет лицо. Но это длится буквально в течение 5
5 первых секунд, после этого она достаточно комфортная, то есть вы 5-10 минут с ней сидите, после этого смываете. Она неплохо очищает кожу, она оставляет ее матовой, но этот эффект длится, наверное, не больше, чем 2 дня. То есть по сравнению с предыдущей голубой маской, все-таки она полегче, но она действительно подойдет для любого типа кожи, и как очищающая маска, очень неплохое средство, могу вам его рекомендовать. Очень оно, скажем, достойное в своей категории. Вот так вот. Хотела показать два пробничка от Тони Моли. Два средства, которые я попробовала. Первое средство выглядит вот так вот. I'm Real. Это Brightening Lotion. В чем особенность этого лосьона? Лосьон выглядит как эмульсия. Он такого белого цвета. Вы наносите его на лицо, и он действительно придает коже какое-то такое легкое свечение. То есть кожа после него как светится изнутри, что ли. Вот такой вот эффект дает. Очень мне понравилось это средство. Я подумываю над тем, чтобы приобрести его в полноразмерной версии. И второе средство, это тоже от Тони Моли. Moisture Cream Aquaporin серия. Голубой вот такой вот крем. Очень силиконистый силикон. То есть представляет из себя такую белую силиконистую текстуру. Вы наносите ее на лицо. Она очень быстро впитывается. Идеально для лета. Идеально для такой вот жаркой погоды. Прекрасно увлажняет кожу, никакого абсолютно жирного блеска, слегка даже, наверное, матирует кожу. И я могу сказать, что единственное, вот силиконы, если они вас не смущают, то стоит попробовать тоже. Но я на данный момент, у меня очень много кремов отливных, поэтому я навряд ли его приобрету в большом размере. И два средства, которые приходится, к сожалению, выбрасывать, это Эфаклар АИ от La Roche-Posay и Триакнель от Авен. Приобретались эти средства еще, наверное, года два назад для того, чтобы бороться с локальными высыпаниями. На данный момент, в период беременности, я эти средства не использую, потому что в одном из них есть ретинол, в другом средстве есть кислоты. Не использую их, потому что в период беременности не рекомендовано использовать подобные средства. Что могу сказать про каждый из них? Триакнель мне нравился больше. У него такой желтоватый цвет, я наносила его локально на какие-то высыпания, и он действительно, девочки, с ним справлялся. То есть он их подсушивал, и он как-то их нейтрализовал. То есть они подсушивались и сразу же как-то уходили назад, было такое ощущение, то есть они не вырастали до размеров огромного вот этого прыща на пол лица. Очень мне нравилось это средство, вот я его попробую обязательно, если будет мне такая необходимость, надеюсь, необходимости все-таки не будет. Эфаклар АИ, не могу сказать, что я сильно поняла, то есть на тот момент, на тот период, когда я его использовала, он дал очень-очень посредственное действие на моей коже, локальные прыщи как таковые он не убирал, то есть, скажем, слегка, да, он их подсушивал, но если сравнивать вот эти два средства между собой, все-таки Триакнель для меня в этом плане лучше, а и, возможно, стоило попробовать чуть больше, более долгий какой-то промежуток времени, дабы понять его действие в полном размере. Вот, это все, что было на сегодня, я надеюсь, мой отзыв был вам полезен, надеюсь, те продукты, о которых я рассказала, вас заинтересовали, или наоборот, отговорила я вас от покупки того или иного средства. В общем, если есть что сказать по поводу тех продуктов, которые сегодня были показаны в видео, обязательно пишите о них в комментариях, задавайте ваши вопросы, ставьте ваши лайки, если видео вам понравилось. Хорошего вам дня, прекрасного всем настроения и до скорых встреч. Пока-пока!